Слава, кто у тебя появился? Собака! Собака! Да, и у меня собака! И у тебя, и у Вячеслава, и у Сияны. Да, и... А как собачку-то зовут? Белла! Белла? Белла? А там Макс! Или Белла? Макс? Изабелла. Макс закрылся в палатке. Она хочет к нему пробраться, да? Да. У нее такой муравей! Муравей? Они не знают, что сегодня буду спать в палатке. Эй, Белла! 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 Вот, да, какая красивая девочка! Сейчас какая кусаться! Белла у нас самоед называется. Вот кто нашу всех шляпу сгрыз! Она ездовая собака. Будет катать вас в следующем году на саночках. Да! А сейчас пока она просто все грызет. На руки беру. Какая кра... Так. Какая нежная собака. Пока такая хулиганочка, да? Ой, привет. Какой ты, Яна? Какой? А ты с кем там сидишь? Кто у тебя в гостях? У тебя в гостях кот. Ну-ка, давай посмотрим, что у Сияны там происходит. Да? Дай, Сияна, мы заглянем тебе в гости. У нее в гостях котэм. Котейка. Где там мяу? Там где-то. Я на него легла уже. Яна, покажи нам котеночка, покажи. А вот же он. Макс, привет, ты уже большой такой. Да, Макс? Да, большой кот. Красивый кот. В палатке живет. Эй, песик. Привет. Белла как играет здорово. Ух ты! Она как белая лисичка. Песец. Нет, волчонок пусть будет. Полярный волк. Куда? Куда вы это сам? Куда живо? Сияна, Вячеслава, расскажи нам о собачке что-нибудь. Наша собака очень кусачая и очень милая. Ее надо выгуливать на улицу, и после улицы и с ней надо играть. А, и самое главное, ее надо что? Кормить. Конечно, иногда мыть тоже не помешает. И водить к доктору. Да. А еще главное, что? Дрессировать. Да, скоро начнем. Эй, скажи, где вы там? Вот такой животный мир у Вячеславы дома, а да? А где мой чехол? Я хотела его через обруч просто дрессировать. Он у тебя, кстати, там в спортивной школе остался. Ну, в следующий раз заберем, лучше дрессировать.